Willkommen in Harlingen an See. Называемый Вильгельмсхафен. А вот он сверху по дамбе. На заднем плане парусники, видишь, вот там. Тебе этот мостик нравится, да? Ага. Если перейти мостик, то можно войти в город. Der nächste Dorf ist auch gleich. Мише все эти мостики нравятся. С правой стороны вокзал. Он только что так подал такой сигнал, что Миша говорит, тут можно получить инфаркт, испугавшись. Минерва Харлинген. Мосты разводятся здесь, чтобы в порт, в город могли войти сюда. На заднем плане параллельно тоже поднимается мост.
Да, сейчас в штанге. Это только для того, чтобы вот этот парусник вышел в море. Были раздвинуты два моста. Задний уже полностью опустился, по нему движется транспорт. Вот эти такие широкие ворота, они закрываются, когда высокая вода, когда прилив. Все, мостик свели. Сейчас еще откроют шлагбаум. Бам-бам-бам. Wilhelm Loving. Wilhelm der Blaming, nicht Wilhelm.
везде разводные мосты ради вот такого вот маленького кораблика. Я не успеваю снимать. То один поднимается, то второй. Весь город напоминает мне такой макет, где все функционирует. Эти маленькие машинки паркуются, где поезд ходит, где мосты разводятся, кораблики двигаются по каналам. Харлинген – это город с двумя лицами. Это мировое наследие природы, Ватмир. Более 50 монументов, которые были здесь реставрированы, имеются в городе. Музеи, Грахтен. Грахтен – это вот эти все каналы. Мостики, очень много разных улок, уличек.
Але Сузан, все вместе, порт, вокзал, автобусная станция. Лена вчера написала: атмосфера присутствия. Вот я делаю атмосферу присутствия в этих каналах. Крабан какой-то. То есть со дна моря они собирают песок, фильтруют. Вот такие вот сетки и корабли. И таким образом ловят крабов, которые потом продают везде. Все эти парусники довольно старинные, 1893 год. Бедная собака воет, ее возле супермаркета привязали. И она совсем не хочет там сидеть, где ее посадили. Здесь, судя по всему, более дорогие квартиры, потому что мы, наверное, подходим к центру. В центре каждого населенного пункта есть церковь.
Только как попасть на левый берег, не знаю. Ну, по-моему, это очень красивая вода. Кораблики. Церковь. Потом с этим контейнером, наверное, ратуша, потому что я опять видела украинский флаг. И думаю, что все флаги возле ратуши. Красивый вид. Я обычно все снимаю кусочками, а тут даже не хочется останавливаться. Настолько приятная атмосфера и не жарко совсем. Вон там я увидела украинский флаг.